Ленина. Оставь. Вот. Его власть основана лишь на деньгах. Мы их украдем. Значит, надо ограбить сокровищницу. Созывай всех. Всех, кто с нами. План таков. Нужно проникнуть внутрь. Ты дворянин. Я напомню им, что они не народ, а мои слуги. Это наш шанс. Если нас схватят, то всех убьют. Наш план работает. Посмотрим, кто клюнет. Здесь я закон и порядок. Самое опьяняющее чувство – это ощущение того, что люди тебя боятся. Мы все умрем. Потому замок и горит хорошо. Люди тебе поверили. Я убью его. Такое вполне возможно.